это вы. Очень рад вас видеть. Вы как раз кстати. Похоже, в этом самом парке обнаружили крайне токсичное растение, которое вызывает галлюцинации. При этом наука о нем пока и не подозревает. Боюсь, жители Лондона в опасности. Поможете разобраться? Странное растение. Словно в курильне опиума. А, что со мной происходит? Так. Посмотрим, кто их оставил. No.
Отлично. Только как-то вы... Мои догадки были верны. Ядовитые испарения выделяют не цветы, а горшки. Их что-то добавлено. Какой-то галлюциноген. Думаю, нечто похожее на сироп спокойствия. Нужно его уничтожить. Срочно! Думаю, я знаю, где мы его найдем. Нужно пробить население Лондона. Кто способен на такое коварство? Определенно не доктор Эллиотсон. Но кто тогда? Те, с кем мы боремся с самого прибытия в Лондон. Те, на кого работал Эллиотсон. Можете больше не говорить, если не считаете нужным. Да. Боюсь, что ваши враги не хотят расставаться с токсином. Возможно, стоит ехать прямо перед ними. Уверен, испарения помешают им догнать нас. Восходно! А теперь скорее уничтожим наш груз. Мы почти на месте. Жителям Лондона крайне повезло, что вы на их стороне. Крайне повезло. Что ж, меня ждут дела. Вы же без меня не пропадете?
Свежей газете опровергли невежественные нападки Оуэна на мою работу. Но мне сегодня не здоровится. Будьте любезны, принесите мне экземпляр. Эй, ты! Лучшие в городе!
спасли мне жизнь. Ага. А ты мне расскажешь, зачем напал на газетчика? Нам приплатили, чтобы мы велели продавцам раздавать эти листовки. Вот, берите и оставьте меня в покое. У мистера Дарвина проблемы. Обезьяны. Если бы не нынешние обстоятельства, я бы похвалил стиль автора. Какие глупцы! Прогресс не остановить, печатая листовки и убивая газетчиков. Мы должны найти виновников, пока не пострадал кто-нибудь еще. Пожалуйста, найдите эти ужасные листовки и избавьтесь от них. Может, вам удастся поймать расклейщиков с поличным? Продолжишь, и я тебя жену поверю. Я смею.
За мной. Ты что это делаешь? Нет! Умоляю!
получилось немыслимое. Полицейский арестовал мистера Дарвина и уволок, словно обычного проходимца. Этот полицейский, он не чист на руку, я уверена. Я так беспокоюсь о мистере Дарвине. Мисс Найтингейл, вы знаете, куда они пошли? Полицейский упомянул похороны. Кажется, я знаю, где это. Я покажу. Бедный мистер Дарвин столько натерпелся. Эти люди пытаются очернить работу всей его жизни. Безобразие. И мистер Дарвин уже не тот юноша, который колесил по свету. Мы пришли. Похороны проходят здесь. Идите. Я подожду здесь. Чувствуют задержанные. Что тебе нужно? Ответы на пару вопросов. Наглости тебе не занимать. Да, есть такое. Верующий в меня, если умрет, оживет. И всякий живущий, верующий в меня, не умрет вовек. Я знаю, что мой Искупитель жив, и что в конце концов появится он на земле. И даже после того, как кожа моя истлеет, все равно воплоти своей я Бога. Я узрю сердце мое, груди мои. Я есть в воскресенье жизнь, верующий в меня, если умрет. Господа умираем, и потому живем ли или умираем, всегда Господь. Я знаю, что мой Искупитель жив, и что в конце концов появится он на земле. Выполнял приказ. Достойная работа. Арестовать старика и утащить его неведомо куда. Отвечайте, сэр, где мистер Дарвин? Я доставил его в секретное место. Ужас. Нам нужен транспорт. Найдем мистера Дарвина? Не думаю. Итак.
Он очень слаб. Нельзя ехать, пока я не осмотрю его раны. Они здесь! Вперед! Состоянии. Можете его нести. Куда собираешься, ассасин? Отдохните, мистер Дарвин. Мы с сестрой скоро приедем. Кого я вижу? Мы беспокоились о вас. Весьма неплохо держитесь, сэр. О человеке всегда судят по его друзьям. Я горжусь, что могу вас так называть. Все спокойно. Можете не уезжать. Мистеру Дарвину нужен отдых. Он отправляется к родным на остров Уайт. Отдых? Конечно! За работой над моей новой книгой. Вы должны восстановить силы, я настаиваю. Получение знаний просто прекрасно помогает восстановиться. Ну, скажите. Пожалуй, даже я не рискну, сэр. Спасибо за все, друзья мои. Идеи, как и люди, могут свести лишь на свободе.